вас помнят эти имена. Рита Голубинская, потом Рапопорт. Просим передать всем привет, так же, как и Юра Рапопорт. Соня Либерман, Лидия Шурис. Всем привет. Юра Гершович, если кто знает, он математик. Да. Ну, с Юрой Гершовичем у меня очень длинная история там. Значит, я был в Бостоне год назад и лично их видел. А так мы все время переписываемся и перезваниваемся, и скайп очень сильный инструмент, чтобы общаться. Так, с Нуреном Геодаковым у меня постоянная связь, мы даже один раз виделись, хотя мы живем довольно далеко. И должен похвастаться, в какой-то момент он обратился ко мне за рекомендательным письмом и тут же получил работу в 3 раза лучше, чем моя. И Коля меня благодарил, говорит, спасибо тебе, Миша. Если кто-то мне говорил, что не могу прийти, как ты не можешь улицу перейти, я, Миша, из Америки аж приезжаю. Ну так, надо было на 40 лет тоже сделать. Было предложение, что дальше надо через каждые 5 лет. Не хватает. Не хватает. Мишенька, Мариночка, Мишмар в прошлом, Мишмар сейчас и Мишмар в будущем. Мы очень рады вас видеть. Очень. Вы не изменились. Вы такие же стройные, умные, красивые. Особенно я стройная. Ну давай, давай, ври дальше. Пой, ласточка. Пой, ласточка. На 4 октавы. Да, да. Мы стараемся. Да? Мы стараемся. Ну, спасибо. А Миша там где-то общается. Миша там. Да. Ой, что такое? Оля, ты будешь смеяться, но, по-моему, у меня камера была выключена. Больше повторять не буду. Ну скажи. Я не могу. А я не актер, который снимает 2, 3, 4, 5. Камеру надо включать вовремя. Мы еще не дожили до актерской судьбы, чтобы делать по 10 дублей. Да. Не получается. И каждый раз слеза опускалась. И каждый раз будем говорить другое. Горькая слеза. Катилась по ее румяной щеке. Скупая женская слеза, минуя подкрашенные ресницы. Что делать? Так, ты знаешь, что ты у меня сидишь... Ну, теперь я еще не туда сижу. Конечно. Марина, сидишь не так, говоришь в пустую камеру. Это невозможно. Все хорошо. Уверенно сказать. Но учти, она меня снимала без включенной, она потребовала от меня речи, спич. И без слезы? Да. Я тут рассыпаюсь в комплиментах. Она говорит, ты знаешь, мне кажется, камера была не включена. А на самом деле, может быть, она была включена, просто она... Она еще хочет. Я захотела, чтобы ты еще пару слов сказала. Я тебя разыграла. Миша. Ну вот это мы подошли. Университетский центр. Это здание 12 коллегий, а это памятник Сахарову. А это публичная библиотека. Нет, это библиотека Академии наук. Фу. БАН. Да, БАН. Библиотека Академии наук. Здание, где учился Мишин папа, Миша. И наша девочка Мариночка, внучка. У меня тут точно какое-то объяснение писала, у меня было немножко больше моей маленькой зарплаты. Я тогда объясняла, почему. И объяснить, почему... Данилов и Лосев, они стали артистами. Не смешно, может быть, звучит.
Я любил математику, я любил физику. Я занимался вечерами дома этим. А сейчас я не молодой и уже люблю другую. Да, других. Артист Горьковского театра Лосев. Я вам скажу устами одного, да, умного, гениального человека. Была пора, наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался. И с песнями бокалов звон мешался, и тесную сидели мы толпой. Тогда душой беспечной невежды мы жили все и проще, и смелей. Мы пили все за здравие надежды и юности, и всех ее затей. Теперь не то, разгульный праздник наш, с приходом лет, как мы перебесился, он приутих, остыл, остепенился, стал глуше звон его заздравных чаш. Меж нами речь не так игриво льется, просторнее, грустнее мы сидим, и реже смех средь песен раздается, и чаще мы вздыхаем и молчим. Если там два-три человека